9 мая ветеранам особое внимание, но и в обычные дни эти люди под опекой социальных структур. Еще в начале мая в городе объявили акцию «Аптечка для ветеранов». Каждый желающий мог принять участие. В итоге подарки собраны и сегодня доставлены адресатам. 200 единиц лекарственных препаратов удалось собрать в ходе акции «Аптечка для ветерана». Все медикаменты безрецептурные и подобраны с учетом возраста получателей. Социальные работники делали опрос, кому что нужно. В итоге удалось сформировать 23 набора. Специалисты отмечают, без активного участия горожан акция бы не состоялась. Жители, в принципе, хорошо откликнулись. Покупали, добродушно участвовали, никто не отказывался. Социальные работники комплексного центра социального обслуживания населения доставили наборы медикаментов на дом. Среди получателей ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники войны, узники концлагерей. Свой подарок получил и Егор Мишин. Он воевал с 43 по 54. Мы шли фронтом. Вязьма, Дорогобуж, Минск, Украина, Польша, Румыния, Чехословакия. Вот, и так далее. И там нас вернули на Японию. О, мы их долбали. Егору Ивановичу 90 лет, и лекарства пришлись ему кстати. Это лекарство хорошее. Показали мне это лекарство доброе. Спасибо вам. В следующем году акция будет продолжена. Организаторы рассчитывают, что присоединится еще больше аптек. Дарья Гречанникова, Игорь Ковалев, Новости Плюс.